Цель убита. Газ идет сюда. Выбираемся скорее. Что-то не то. Они охотятся на своих. Надо понять, в чем дело. Отправь надежных бойцов. Отбой. Гост. Пожаловать в обучение режима Warzone. В Warzone каждый исполнитель получает бронежилет. Вставьте бронепластину в ваш жилет. Хорошая работа. Так, это что, три ячейки брони получили? Теперь подберите боеприпасы. Подберите боеприпасы, это что у нас? Пройдите в следующую локацию. Поразите все цели. Хорошая работа, приятель. Так. Перейдем дальше. Что, у нас автобег у него, что ли? Или он еще быстрее может бегать? А. Так, ставить. Так, что тут есть у нас? Бросить аптечку. Бросить все. Запросить. А, так... Мне нужен мелкий калибр. Ага, такая коля этот. Атикс, блин, сделали тоже. Можно просить эти. Так. Уклонитесь за бетонным барьером. Укройтесь. Переключитесь на вашу винтовку. Хорошая работа, приятель. Обоприте ваше оружие на прикрытие. Так, и нажмите 0, чтобы установить упор. Бейте по целям с упором. У этой цели есть броня. Будь внимательно, тебя интересует звук разбитой брони. Хорошая работа, приятель. Слышишь этот звук? Это значит, что броне конец. Стрельба с упора стабилизирует оружие и подходит для атаки на средней или большой дистанции. Хорошая работа, приятель. Тактическая карта – один из лучших инструментов в вашем распоряжении. На тактической карте отмечены необязательные задания, также известные как контракты. Выполняйте контракты, чтобы заработать награды для своей команды. Отлично! Так, и... Мародер. Так, переместить курсор. Найдите контракт и примите его. Ящик снабжения отмечен. Захватите его. Пройдите в следующую локацию. Задание контракта – открыть 3 тайника с трофеями. Когда ты принял контракт, на карте были отмечены ящики снабжения. Цели обновлены. Выдвигайтесь дальше. Забирай, что хочешь, иначе мне придется самому здесь прибраться.
Так, это что, побащить, наверное? Ой. Они, блин, разными патронами, походу. Отлично. Отлично. Обрати внимание, что ящики снабжения издают характерный звук, когда ты рядом с ними. У вас выдающиеся навыки поиска трофеев. Пройдите в следующую локацию. Засчитывание круга. Блин, что-то я набрал тут всякой фигни. Нужны гранатометные снаряды. Фига себе. А это что такое? Деньги. Что можно на деньги взять? Так, газовая граната. А у меня что-то такая дымовая. Ладно, это все равно обучение, так что... Трофеи и деньги обычно можно найти внутри зданий. Ищи наличные. Посмотрим, что тебе удастся найти. Хорошая работа, приятель. Деньги и трофеи можно найти внутри зданий. Так, это что такое? Турель. А, что-то... А что такое? Приобрести возвращение 2500. Вы можете потратить средства, чтобы... Ищи деньги внутри зданий. А, это вы, чтобы союзника вернуть. Смотри, куда бьешь, прекрати! Ладно, отлично. Так, у меня турель-то есть. Деньги и трофеи можно найти внутри зданий. Найди больше наличных. Отлично, хорошая работа. Деньги можно использовать на станциях покупки для приобретения серии убийств и других особых предметов. Станции покупки отмечены на тактической карте. Хорошая работа. Станции позволяют вернуть союзников на поле боя, приобрести серии очков и многое другое. Купи маркер посылки с комплектом. Так, посылка с комплектом. Отлично. Теперь вызови посылку с комплектом и отойди подальше от дыма. Посылка с комплектом позволяет тебе выбрать полный комплект. Посылка с комплектом – единственный способ получить перки и некоторые модули в королевской битве Warzone. Хорошая работа, приятель. Купите дополнительное оборудование или выдвигайтесь в следующую локацию, когда будете готовы. 6000 стоит. Это что такое? Набор для самореанимации позволяет самореанимацию при получении тяжелого урона. Прикольно. Ладно, Крюгер, давай, ложись. Когда ваши союзники получают тяжелое ранение, вы можете реанимировать, если находитесь неподалеку. Спасибо. Отлично. Вы можете отметить для своего отряда что угодно. Сообщите вашей команде о найденной бронепластине. Так, это что надо? Тут броня. Спасибо тебе. Хорошая работа. Отставить последнее! Выберите точку и отметьте ее местоположение. Иду! Понятно. Хорошая работа, приятель. Иду! Понятно. Вы также можете отмечать для отряда районы с противниками. Сообщите вашей команде о противниках. Вот так и надо. Вы можете помочь своему отряду и другими способами. Понятно. Вы можете оставить для вашего отряда предметы из вашего инвентаря.
Так, это что надо сделать вниз и... Это называется командная работа. Поосторожнее с командной работой, вы можете победить. Хорошая работа, приятель. Бегите к точке эвакуации, вас ждет следующая задача. Дело сделано. Красновой долине, блин. Согласен. Добро пожаловать в Warzone. Используй тактическую карту и выбери время для прыжка с транспорта. Белый круг на тактической карте показывает, где собирается газ. Таймер показывает, сколько времени у тебя осталось. Планируй свои действия заранее, ищи оружие, избегай открытых участков, и все у тебя получится. Прыгай с транспорта, боец! Тебе надо будет раскрыть парашют до момента приземления. Иду! Использование парашюта позволит тебе приземлиться в отрыве от остальных. Но при этом ты приземлишься позже других. Я под обстрелом! Ищи оружие и патроны в здании. Ищи близлежащие ящики снабжения по звуку. Заряжаю! Так, цель уничтожена! По звуку ищите, блин. Продолжай обыскивать здание, пока не найдешь хорошее оружие. Давай быстрее подбирай, блин. Хорошая работа. Красные точки на миникарте показывают противников неподалеку. Теперь прикончи их. Деньги можно использовать на станциях покупки для приобретения серии убийств и других особых предметов. Так, узишка, патроны. А, так у меня что, две узишки, что ли? А, лучше вот это, я думаю, взять. Это как-то посерьезнее выглядит. Противники в том районе! Противники в том... Отставить последнее! Хватайте деньги! Ну, ништяк. Деньги можно использовать на станциях покупки для приобретения серии убийств и других особых предметов. О, дробовичок есть. Ой, тут так на самом деле от звука много зависит, блин. Прям слышно, где бегают. Приближается газ. А, так я в зоне, получается. Так, они снизу, да? Получается. Это эпическое. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Деньги можно использовать на станциях покупки для приобретения серии убийств и других особых предметов. Заряжаю! Заряжаю! Отлично. В верхней правой части интерфейса отображается количество оставшихся противников. Заряжаю! Блин. Что-то тут еще какой-то автоматик, что ли? Заряжаю!
Осталось 10 игроков. Заряжаю! За последним выжившим прилетит вертолет эвакуации. Возьми бронепластины. Уничтожь противников, избегай газа и доберись до точки эвакуации. О, блин! Заряжаю! Ну да, бы их-то все-таки, да, в таких местах лучше. А че бронепластины, где они вот? Возьми, говорит, бронепластины, блин. И куда мне идти надо, блин, я эти королевские битвы вообще как-то увеличить карту, может быть, можно. Заряжаю! Возьми бронепластины. Да где их взять-то, блин? Газ перемещается. Ну я вроде в зоне. Остается 5 игроков. Осталось всего 3. Не расслабляйтесь. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Возьми бронепластины. Так где взять-то, блин? Я б взял. Это тачка. Ай, тачка есть. Последний транспорт готовится к вылету. Заканчивайте бой. Так, стрельба с упора. Возьми бронепластины. Блин, где-то топает. Надо мной, что ли? Приближается газ. Ты в числе 2 лучших игроков. Вернись домой с победой. Да не вопрос. Это что за автоматик? По 3 патрона, по-моему, бьет, который. Возьми бронепластины. Так. Приближается газ. Отмечаю новую безопасную зону. Ну зайди. Вы довели дело до конца и победили. Отлично. Дело сделано. Приятно видеть тебя в живых боях. Ну как ты ничего не сказал? Транспорт уже в пути. Приглашаю тут поиграть. Награда. Вы можете выбрать чертеж вооружения. Сражаются за то, чтобы первыми собрать максимум денег. Деньги можно добывать разными способами. Самый надежный способ – поиска и ограбления ящиков снабжения, расположенных в зданиях по всей карте.
Контракты — это необязательные задания, разбросанные по карте. Ищите желтые значки контрактов, следуйте инструкциям и получайте вознаграждение. Умирая, игроки оставляют деньги. Охота на игроков с крупными суммами денег – опасная, но прибыльная стратегия. Особо важные цели отдельно отмечаются на карте. Когда вы умрете, вы тоже потеряете свои деньги. Вы можете защитить деньги на вертолетных площадках. На площадке вызовите вертолет и набейте его деньгами. Воздушные шары для внесения денег – быстрый способ отправить наличные на базу. Они встречаются в ящиках снабжения и могут быть куплены на станциях покупки. Это основа режима добыча. А теперь вперед, за работу! Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум.